5 и 6 марта в концертном зале Камчатской филармонии «Октябрьский» состоятся праздничные концерты, посвященные Международному женскому дню 8 марта. К самому нежному весеннему празднику коллективы филармонии, Камчатский камерный оркестр имени Георгия Авакумова, Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова и коллектив городского оркестра подготовили большую программу, в которую вошли песни из репертуара Фрэнка Синатры, Марка Бернеса, Сергея Захарова, музыка из любимых кинофильмов и номера из популярных мюзиклов. Солисты, заслуженный артист России Борис Маковецкий, лауреаты международных конкурсов Иван Рак, Сирана Мирзаян, Лина Зибрицкая, Оксана Пелевина и Роман Машеев. Ведущая концертов Елена Большакова. 5 марта концерт начнется в 19 часов, 6 марта в 18:00.